Ужин готов? Да, да, иду. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Вот ведь жизнь. Потерял работу из-за роботов. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Оборжаться. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают, они херней не страдают. Всю жизнь мне испортили, такие идеальные. Ну что смотришь? Чё вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить с папкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Ты должен слезть наркотиков, Тот. Иногда ты меня прямо пугаешь, Тот. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском бухгалтера, шлюха! Это ты виновата. Папочка! Это ты виновата! А ну вернись, я сказал! Стоять здесь, чтоб не рыпалось мне, а то вломлю посильнее, чем в тот раз. Взяла и свалила меня ж. Нет. Я вам не позволю. Не позволишь? Ты что, вообще охренела? Ты кто такая, кусок пластика? Если тебя закоротило, я это быстро починю! Сюда, тварь! Ты
Молись, зайка. Алиса, смотри, смотри, папка ранен. Будь хорошей девочкой, ну. Иди, помоги папе-то. Вы твари. Вернитесь сюда. Вы мои. Вы обе мои. Должны подчиняться. Вы мои. Это была самая унылая вечеринка за последнюю четверть века. Каждый раз на таких сборищах я задаюсь вопросом. А что я вообще здесь делаю-то? Терпеть не могу фуршеты и весь этот сброд, который на них слетается. Ну, для поклонников вашего таланта это шанс увидеть вас. Да ну, брось ты, плевать им всем на талант. Искусство они способны оценить лишь по рыночной цене. Вот что, давай-ка выпьем. После таких развлечений у меня всегда в горле пересыхает. Виски, как всегда? Ну, конечно. Сами знаете, что сказал бы доктор. Да пошел он к чертям. Уж в мои года я сам выберу, чем лечиться. А ты что, оставил свет в студии? Нет, нет, я не оставлял. Вызывай полицию. Полиция Детройта, что случилось? Андроид Карла Манфреда, авеню Лафайет, 89. Мы вернулись домой и видим свет в студии. Возможно, ограбление. Патруль к вам выехал. Давай посмотрим. Лео! Что ты делаешь? Ты же не даешь, я возьму сам. Есть придурки, которые за это бабла отвалят. Не трогай! Это все равно рано или поздно будет моим. Считай авансовый платеж по наследству. Маркус, выведи его отсюда, пусть идет прочь! Слушайте, вам надо уйти, пока это возможно. Да ты всю жизнь меня прогоняешь. Что не так? Я тебя не достоин? Не такой идеальный, как этот твой робот? Довольно, выметайся! Пошел прочь! И жди! Да что в нем особенного, а? Чем он лучше? Оставь его! Да. Давай, покажи себя! Маркус, не защищайся, слышишь меня? Не трогай его. Ну че застыл, ударь меня! Ты человек, а? Ну давай! Хватит! Че стоишь, засал, что ли? Хватит, Лео! Хватит! Ты что, боишься меня бить? Но... Конечно, я совсем забыл, ты же робот, просто голимый кусок пластика! Нет, Лео, не трогай вот его! Что?
Я тебя расхерачу, и останемся мы с папой. Я тебя расхерачу, и все будет насрать. И знаешь почему? Ты ничто. Слышишь меня? Пустое место! Карл, нет! Нет, Карл, нет. Люди, хрупкие машины. Карл, не уходите. Карл, я прошу вас, не надо. Помни, Маркус, не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Нет, 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 папа, нет, не надо. Это твоя вина. Если бы не ты, ничего бы не было. Андроид. Это был андроид.